мне очень приятно вас приветствовать в этот день, в этом замечательном зале, и понимать то, что университет переживает очередной выпуск самых главных людей нашего университета, наших выпускников. Я вас поздравляю с этим. Девиз нашего вуза, нашей альма-матер: медицина арс нобилис. Никогда не забывайте, что ваша профессия самая благородная из всех профессий на этой земле. С праздником вас! Еще раз поздравляю и желаю вам здоровья и сил на праздник. Рассказывать об этих людях не нужно. Каждый из вас всю жизнь о них будет рассказывать всем остальным. Безусловно, выбранная вами профессия лучшая в мире, потому что ни одна профессия не помогает человеку, так как врач, хороший врач, немедленно и реально помогает. Это очень большое счастье – чувствовать себя нужным больным людям. Это счастье согревает всю жизнь. Хотелось бы пожелать, чтобы каждый из вас стал таким, о котором будет. Вот это мастер, вот это специалист, вот это личность. Желаем вам доброго здоровья, светлых мыслей и благополучия вам и вашей семье, вашим друзьям. Традиционно я из года в год, когда мне доводилось счастье выступать перед выпускниками, говорил о простой формуле счастья, как я ее понимаю. Это встал утром и с радостью идешь на работу. Кончается трудовой день, ты с радостью идешь домой. А что еще нужно? Слушать друг друга. В этом великий смысл – слушать и поддерживать. И у вас будет полное счастье. Сегодня действительно самый такой, один из самых важных дней. Об этом уже многие говорили, ваш адрес высказаны многие пожелания, я к ним присоединяюсь. Мы очень будем болеть за вас, будем очень радоваться, когда узнаем, что у вас все хорошо. Будем огорчаться, когда узнаем, что у вас что-то не получается, но мы всегда с вами. Мне бы хотелось вам пожелать, чтобы вы думали не только о здоровье ваших пациентов, но и о своем собственном. Помнили, что ваше тело – ваш друг, и не обращались бы с ним, как с врагом. Пользовались и исполняли инструкцию по его применению, то есть вели здоровый образ жизни. Хотел бы вам пожелать, чтобы перед вами в вашей жизни никогда не вставал выбор типа «кошелек или жизнь». Чтобы ваша жизнь была наполненной, яркой, красивой, содержательной, достойной. Ну, и чтобы был не пустой кошелек, что является тоже условием для хорошей жизни. И мне хотелось бы вот это краткое приветствие завершить, вспомнив, наверное, всем нам знакомую, всеми нами любимую песню выпускника первого УМИ Александра Розенбаума. Не прощайтесь, говорим мы вам о новой встрече. Все вернется, а вернется, значит... Точно. Каждого из вас мы вложили... Как вы думаете, что? Мы вложили умение быть первым. Я желаю, чтобы вы были первыми из равных и равными из первых. А я хочу, чтобы вы могли сказать «я лечу». Не только потому, что вы умеете лечить, но еще потому, что мы вам дали крылья. Сегодня грустный день и светлый.
Вы стали взрослыми, друзья. Где нет студенческих билетов, в руках профессия врача. Сейчас в огромном этом зале волна эмоций, море чувств. Вы медицину постигали, прекраснейшую из искусств. Диплом – путевка в жизнь, ребята. Виват, любимый первый мед. Пусть наша клятва Гиппократа вас сохранит на много лет. Пусть пролетят, как птицы, годы. Не забывайте этот день. Учителей, семерки своды и самых преданных друзей. Здоровья вам и вдохновения. Успехов, радости, удачи и милосердия, и терпения. Вы заслужили звание врач. Доброго пути вам, дорогие. Праздник делают подарки. От нас, от администрации, от деканата, это дипломы, которые вам сегодня будут вручать. Вы их честно заслужили. Теперь я вам хочу выписать один большой общий рецепт. Надеюсь, рецептуру никто не забыл. Рецепты. Удачи и счастья. Дата алюздозис квантум сатис. Сигнал употреблять пожизненно. Всем счастья и удачи. Хочется пожелать вам одного, чтобы вы относились к пациентам так, как хотелось бы, чтобы относились к вам и вашим родителям и родственникам. И всего-всего самого-самого наилучшего. И действительно большое счастье видеть лица тех людей, которые были рядом со мной, которые прошли этот путь, прошли 6 лет в нашем университете и сейчас представляют мировое здравоохранение на самом высоком уровне. Еще совсем недавно вы поступили к нам. Но сегодня мы с вами уже прощаемся. Для себя вы сделали очень важный выбор. Хочется верить, что этот выбор был единственно верным. Получаем высокое
звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь. Честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и желательно относиться к коллегам, обращаться к ним за помощью и советом, если этого требуют интересы больного. Все 6 лет без четверок и пересдачи. Первый студент МАГРУК Максим Андреевич. И его родители Роман Михайлович и Ольга Владимировна. Я Принцев Валерий Олегович, родители Олег Иванович и Виктория Валерьевна. Студентка Булычева Дарья Сергеевна, ее мама Елена Анатольевна. Кардашенко Яна Романовна и ее мама Светлана Николаевна. Студентка Клименко Софья Яковлева и родители Яков Иванович и Ирина Леонидовна. Савельев Дмитрий Степанович и родители Дмитрий Валентинович, Ольга Викторовна. Уважаемые друзья, давайте поаплодируем этим людям. Все, что существует на свете, когда-то было мечтой.
Так и наш диплом 5-6 лет назад был мечтой. Примерно в это же время мы получали свои аттестаты и мечтали поступить в медицинский университет. И в этой мечте нам помогали наши родители, которые порой переживали гораздо больше даже, чем мы. Другие преподаватели, профессора, наши деканы, которых вы всех сегодня видели на этой сцене, они нас оберегали, вели, подсказывали, помогали. Эта поддержка, она была очень важна для нас. И мы хотим также сказать большое спасибо всему профессорско-преподавательскому составу, нашему любимому деканату. И я думаю, что мы, выпускники, на счет три скажем это спасибо все вместе. Раз, два, три. Я уверен, что те знания и те умения, навыки, которые мы получили за годы обучения в университете, они помогут нам занять достойное место в медицинском сообществе России. Спасибо. Я приветствую всех собравшихся в этом зале и присоединяюсь к словам предыдущего оратора. Спасибо всем огромное за то, что мы сейчас на этой сцене держим дипломы, которым мы шли 6 лет. Но мы, не мы, а мы. Мы шли все эти 6 лет. Да. Мы – это выпускники, родители, наши друзья, которые не учатся в медицинском вузе, но тоже не понаслышке знают, что такое закончить первый медицинский от нас. Наши дорогие преподаватели, наши кураторы. Где бы мы ни были, мы всегда будем помнить нашу альма-матер и всегда будем возвращаться и хранить ее в сердце. Спасибо вам.